Ребятушки, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, очень вас всех люблю и уважаю. Пишите мне комментарии, такие добренькие. Как вы меня называете ласково? Спасибо, мои хорошенькие друзья. Я вас всех люблю. Ребятки, слушаем Кизару. Наркос. Наркос. Ребятки, я так поняла, что это плохая вещь. Я почему смотрю вот этот трек, хочу посмотреть? Хочу послушать и поругать. Его хочу поругать. И вам сказать, ребятки, не берите пример. Это плохое занятие. Это к добру не приведет. Он-то Кизару удрался. Удрался куда он? Куда удрался? Барселону. Барселону. А почему он удрался? Потому что плохими делами занимался. Давайте послушаем. Ну, Кизару мне нравится. Чем он мне нравится? У него красивые клипы. У него очень красивый голос. Очень красивый голос. И красивый клип он снимает. Но я хочу эту песню послушать, друзья. Хочу. Где мне не понравится, я скажу вам. Хорошо, друзья? Поехали, мои хорошенькие. Какие цепочки красивые, да, у него сидят ребятки. Интересно, он хочет на родину? Он скучает по России. Интересно, да, друзья? Он в чужой стране. В чужой стране. Но он клип снял там, да, наверное. Какой голос у нее красивый, ребятки, да? И что говорит мне, я не поняла. Что он там спел, я не знаю, ребята. Вы меня простите, я не понимаю, что он поет. Я не вижу ни чести, морали. Эти меня как научили говорить. Ребят, не учитесь. Не учить, хоть я нашла слова, ребятки. Давайте я прочитаю. Мысли за гранью. Он сказал, что с окраины ему нужно внимание. Посылая выстрелы, я не моргаю. Я заморожен и вряд ли растаю. Мысли за гранью. Никаких правил. Он сказал, что с окраин, ему нужно внимание. Посылая выстрелы, я не моргаю, я заморожен и вряд ли растаю. Вся моя стая, мы будто пираньи, мы разорвем анудаду. Я не вижу в них чести, морали. Готовлю рэп из подземелий. Все, что хотел, чтобы все вокруг ели. Я бегу к цели, делаю чеки, не вставая с постели. Задаю тренды, почему мне платят проценты. Это потому, что ты слабо не просто совет у мамы кида, а не бомба похожу сам. Владеешь же так, если я и заметь, пишу рекорды тоже нам куплет. Прошу помнить, не надо быть колом, чтобы поднять это. А к нему же, если моя буря сает, правду коз. Так, делаю тупо все, что я знаю. А подождите, за сингл несли, как тебе за концерты. Их бесит моя наглость. Меня вырастили наркос. Кило спрятано в бар, на барке. Все, что я знаю, меня научили. Делаю тополь для своей нации. Создаю и дарю мотивации. Поднялся в цене из инфляции. Рэпер века. Все воспоминания. Постоянно в погоне за кэшем и славой. Видишься, выйдешься на это. А, извините, ребятки. Ведешься на это, потому что ты слабый. Они просят совета у мамы. Я кидаю на них бомбы.
хуже устные. Молодежь взлетает. Если я их заметил, бью все рекорды в каждом новом куплете. Прошу, поумнейте. Мне не надо быть клоуном, чтобы поднять этот рейтинг. Отниму жизнь, если моя будет стоять под угрозой. Если моя будет стоять под угрозой. Простите, друзья. Так. Бог все видит, и он мне поможет. Весь этот трэп, он под моей кожей. Вини моих предков. Я не был святошей. Она лижет, как будто мороженое. Извините, ребятки, я могу нереально сделать возможным. Вижу их всех, они хотят тоже. Хата лям евро круче, чем поздно. Видите, ребят, какие парни. Молодые парни. Молодые. Молодые все красивые, ребятки, да? Я надеюсь, что они ничего не делали. Я надеюсь на это. Что они просто веселятся. У них, может, вечеринка. Да, ребятки? Видите, он весь разукрашенный, да, ребятки? Все нарисовано у него. Но голос, конечно, красивый у него, голос. Так, дарю любовь своим братьям и сестрам. Они могут дышать, я очистил им воздух. Живу достойно. Мам, я разбойник. Рэперы злятся, не даю им покоя. Выбери дрип или утонет. Много, теперь ты покойник. Мои молодые, не нужны выходные. От колыбели прямиком беру все выше и выше, выше и выше, что мной гордились родные. Уже многих нет рядом, я вспоминаю их чаще. Тяжело об этом молчать. У них все закончилось, так и не начавшись. Ребятки, что могу сказать? Ники Зара очень жалко. Очень мне его жалко. Если он с этим связан, если он занимается этими делами. Видите, я вот смотрю на него, да? Он очень красивый мальчик. У него такие глаза. Грустные глаза у него. Грустные глаза, ребятки. Он все равно внутри себя, он не любит себя, мне кажется, внутри. Потому что он занимается этим делом. Он знает, что это грех. Знает. И много его друзей уже давно. А может, он не занимается? Дай бог, что не занимается. А почему он удрал? Занимался в России. Ну вот он удрал, значит, получается, занимался он. И вот он песню поет, да, песню. Слова-то непонятно, как он поет. Ну, непонятно, друзья. Все завуалировано. А вот текст песни я нашла. Вот о чем песня, друзья? О чем песенка у него? О чем? Ну, мы прочитали. Мы прочитали. Вот о чем песня это? Ничего хорошего в этой песне нет. Ничего хороших в словах нету. Маму свою вспоминает. На родину хочет. Друзей своих вспоминает, которых нет уже. Вот так, друзья. Ничего хорошего нет. Но голос исключительный. Музыка. Музыка мне очень нравится. Я люблю такую музыку, ребята. Вы знаете такое? Вот именно такую музыку я люблю. Не такая там, я не знаю. А вот она какая-то такая. Тут много инструментов. Интересных. Модных инструментов, понимаете? Мне нравится. Мне голос нравится. Как он поет, нравится. То, что непонятные слова, вот у него такая манера пения, да? Мне тоже нравится, ребятки.
Но мне его жалко. Жалко его глаза, ребята. Жалко. Ну все, друзья. Я вас их люблю, уважаю. Пока, мои хорошенькие.